Всем добра! И я иду в свой один из любимых магазинов «Юмор», где я очень часто беру технику для блогера. Этот магазин мне нравится лично, потому что здесь дешевые цены, быстрая доставка и очень хорошее сервисное обслуживание. И, казалось бы, всего лишь три составляющих, которые есть у большинства магазинов, которые есть у нас в Ярославле. Но вы сами посмотрите масштаб этого заведения. Ну а я ценю скорость и приветливое обслуживание. Я при посещении точки Юмарта не обратиться к самому главному человеку здесь, территориальному директору Александру. Александр, здравствуйте. Здравствуйте, Даниил. Подскажите, пожалуйста, что у вас появилось, может быть, нового и интересного? Ну, и для скромного блогера, может быть, какие-то новые примочки, фишки? Даниил, с удовольствием расскажу. Да, компания Юмарт вообще, в принципе, динамически развивающаяся компания. Компания будущего, да, как компания настоящего. Во-первых, мы очень сильно расширили ассортимент, то есть сейчас у нас представлено более 130 тысяч товаров, то есть которые у нас доступны под заказу, да, с доставкой на следующий день. Также у нас есть уже товары из наличия, которые у нас есть на складе, когда клиент может прямо день в день его данные товары забрать. Вот. И плюс еще более 10 миллионов товаров, которые мы всегда можем предоставить со склада поставщиков. То есть начиная от подгузников, заканчивая ноутбуками, ну и многими другими категориями, всегда наши клиенты с удовольствием у нас могут приобрести. Также с удовольствием расскажу о нашей отличной опции, такая под названием как Fast Track, когда клиент, минуя кассу, может сразу пройти к выдаче и без очереди получить свой товар. То есть все эти преимущества максимально сделаны для того, чтобы сократить время выдачи заказа, ну, тем самым мы пытаемся повысить наш уровень клиентского сервиса. Вот. Ну и плюс наш обзорный центр исполнения заказов, в котором наши клиенты всегда могут попить кофе, посидеть, отдохнуть. Если пришли со своими детьми, то обратиться в детскую зону, соответственно, оставить детей поиграть с игрушками. Вот. Ну и просто провести, скажем так, свое время в легкой, непринужденной атмосфере с нашим добрым, отзывчивым персоналом, всегда радостным. Вот. Ну вот основное, что хотелось бы сказать о нашем магазине. Александр, спасибо вам большое. Ну, а я пошел делать свои заказы. Ну и давайте закажем с вами несколько товаров, которые нужны в жизни блогера, в принципе, и не только блогера. Для этого нам поможет категория фото, соответственно, товары. Ну, мне бы очень интересно было, какие у нас сейчас есть аксессуары к экшн-камера новенькие. И может быть что-то еще интересное. А также меня интересует взять себе веб-камеру. Да, пожалуй, под хохлому пауэрбанк мне точно нужен. Ну и в любом случае нужен пауэрбанк. Но очень неплохо, что он в таком интересном виде. Так, что у нас дальше? Так, веб-камера. Веб-камера мне однозначно нужна минимум 2 мегапикселя. О, всего 800 рублей. HD, 2 мегапикселя. Огонь, берем. Так, ну и, пожалуй, мне нужен новый набор креплений. О, как раз набор. 44 в одном. Давайте посмотрим. 44 предмета за 2470 рублей. Ну, в принципе, как в Китае. Берем. Ну и что давно нужно было мне для студийной съемки, это более большой штатив. Мой штатив компактный, но достаточно маленький. Самовывоз. Причем вывести я его могу не только здесь. По Большой Октябрьской, дом 73. Ну что ж, вот так просто и понятно сделать заказ в Юмарте. Это мне и нравится. Это можно делать с мобильного телефона, можно делать с компьютера в режиме онлайн, а потом быстро получить свой заказ по системе Fast Track без очередей, регистрации, ожидания и СМС. С вами был добрый Данил. Всем добра!